Не смешили, Диором от них пахнет. Хорошо, что они территорию разделили. Вот и сидите теперь на своей половине. Ну идите. Капец, девочки, вот это мы опозорились с вами. Что, от меня реально воняет колбасой? Что, девочки, мириться будем? Нет! Подумаешь, ну и ладно, у нас пикник свой, а у вас свой. Пацаны, пора разбивать палатку. Пойдем. Короче, девочки, у нас свой будет пикник. Да, и на нашу территорию не заходить. Поняли? Втроем нам будет веселее, не то что с этими. Да ладно, давайте разбивать палатку. Девочки, нам нужно с вами разложить палатку. Диана, но я не умею. Я тоже не умею, Диан. Я тоже не умею, но мы должны быть круче пацанов. Да, ты права. Ну да, давайте пробовать. Сейчас будем пробовать, получится. Я уже 100 раз видела, как они это делают. Ну да, мне кажется, легко вообще будет. Тащите вниз. Так, положите ее ровно. Смотрите, смотрите, не знаю, с какого конца палатку расслаживать. Да они никогда в жизни не соберут, а скоро дождь начнется. Ага. Сами захотели с нами вместе пикник устроить, значит, будет под дождем мух. Девочки, смотрите, они уже почти палатку собрали. Ничего страшного, мы тоже сейчас соберем быстро. Так, а ты быстро, вот, пробовай вот в эту. Да, вот в эту. Стоп, сейчас мы. Может, попросим их о помощи? Не надо. Нет. Вы самостоятельные. Боже, мы сейчас тебя выгоним. Ну все, палатку собрали, раскладываемся. Где наша подстилка? Собрать. Я тоже не могу, куда эти палки вообще надо всовывать? Не знаю. Ну боже, мы уже что-то засунули, Ну блин, а дальше как? Так, девочки, все, успокойтесь. У нас будет наше трио называться Амазонки. Сейчас разберемся с этой палаткой. Я вот куда-то всовываю, надеюсь, это правильно. Настя, ничего это неправильно, мы никогда ее в жизни не соберем. Соберем. Стоп! Должна была быть инструкция. Где она? Здесь нет, нормально. Они уже палатку собрали. Как это им удалось? Да ладно, оставьте их, все равно. Все равно, не все равно, но они тоже справляются. Да что они там справляются? Сейчас только комары поналетают, они сразу в дом забегут. Да ладно, давайте бадминтон играть. Давай. Ура! Наконец-то мы ее собрали. Девочки, смотрите, они вон уже в бадминтон играют. Да. А вы брали какие-то игры с собой? Да нет. Зато я взяла зеркало, сейчас будем прыщи друг другу давить. Жужа, мы как бы на пикник пришли, а не прыщи давить с тобой. Сама себе подавишь, так вообще лучше к косметологу сходи. Ребята, вы что, не понимаете шуток? Я взяла зеркало, чтобы вибоваться с собой. Так, девочки, все, давайте оборудуем нашу территорию. Да, давайте, потому что, ну, у них уже списку все спали. Посмотрите, что у них там, все лежит уже красивенько, а у нас тут палатка. Они даже в бадминтон играют. Так, показывайте, кто что с собой взял. Я взяла зеркало, M&M, ага. И яблоки, чтобы перекусить. И все? А да. Я взяла ленту, чтобы оградить нашу территорию от врагов. Молодец. Девочки, вы что, не понимаете? Нам всю ночь здесь сидеть. Ну что, не возвращаемся, мы яблоки напитаться будем? Получается, да, Диана? А что ты хотела? Так, девочки, надо срочно оградить территорию, потому что эти придут и нас весь M&M скушают. Да, они ненадежные. Давайте ограждать. Я уж... Так, на, ты тяни, а я буду здесь, об елочку. А потом об домик. Да, давайте, девочки, сюда. Как нам бадминтон играть? Идите, давайте к тебе в палатку. Это что получается? Нам такой маленький кусочек, а вам вся территория? Все, пацаны, меньше слов. Костя, быстро на свою сторону. Да.
Костя. Быстро, Лена, давай не переходить в сторону. На нашу сторону не переходить, поняли? Вы тут вот паситесь. Ладно, на меня этой территории хватит. Костя, подавай. Девочки, это капец. Нам тоже надо что-то играть, да. Потому что чтобы мы не отличались от них. Это же нечестно. Да, согласна. А во что играть будем? Давайте вот шла собака по бульвару и сказала цифру 5. Не, девочка, это все, конечно, интересно, но я придумала получше игру. Давайте футбол. А где мяч? А где мяч? Сейчас найдем. Давай, идем. Жужа, куда ты пошла? Вот, ребята, смотрите, какой у нас мячик красивый. Ты серьезно? Да. Ты мячами играть в футбол? А если смотри, мы как круто. Жужа, ты можешь понимаешь? Ну, что он тяжелый. И что? Ну, смотри, как круто. Так, стоп. Что это за футбольный мячик? Они что, в футбол играть будут? Ага, кирпичом. Ха, у нас мяч есть. Капец. У них и мяч есть. Ну, да. Так, девочки, нам нужно что-то сделать такое, чтобы они нам позавидовали. Да, Диана, ты права. Что у нас что-то крутое есть? Идемте. Идемте. И кирпич от этого убрать, потому что я перетерпела. Ну что, пацаны, поиграли, пора бы и перекусить. Да, то аппетит такой разыгрался. Я сколько всего вкусного набрал, всю ночь будем есть. Ребята, я что-то проголодалась. Да, давайте мы будем покушать. Я тоже проголодалась. Давайте, смотрите. У них, наверное, колбаса есть. Да нет. И хлеб. Вкусняшка. Так, девочки, сели по одной штучке, а остальное на потом, потому что нам целую ночь. Остальное возьмем через 3 часа. Хорошо, девочки, давайте еще по одной и все. Давай. Еще большую. Ну что, Артем, показывай, что ты принес. Как что принес? Вот сыр. Ого. Что это такое? Рыба. Какая-то. Колбаса. О. У меня вот булочки бабушка свежие напекла. У меня вот круассаны, мясо и сока много. Каша есть. Ого, Артем, каша. Поделишься? Нет, кашу буду есть я, потому что я хочу быть сильным. Да ладно вам спорить. Смотрите, здесь еды на всех хватит. Девочки, смотри, сколько у них еды. Огурцы, хлеб, булочки. А мы здесь амендем стопчем. Девочки, тихо. У меня есть план. Так, кто сможет из вас отвлечь пацанов? Жужа, давай ты. Ну, давай. Диана, ты хочешь у них еду сядь? Настя, а что, голодать, что ли? И вообще, выживает сильнейший. Да! Так, окей, как будете отвлекать? Сейчас придумаем. Ребята, я придумала, они перед тем, как сидать кушать, они же руки не мыли, а у меня есть антисептик. Так, окей, тогда бери антисептик и иди к ним, отвлекай. Я спрячусь возле елок. Пацаны, у меня комикс, деловое предложение. Какое? Вот ты сейчас укусил булку, а руки-то ты не помыл. Джужа, у нас руки чистые. Ничего, Костя, руки не чистые. Вот вы сейчас поели, а потом у вас глисты будут. Слушайте, реально, мы же руки не помыли. А вот у меня есть антисептик. Хотите, я вам дам антисептик, а вы мне половину еды. Знаешь что, Жужа, нам не нужен твой антисептик. Мы лучше в бассейне руки помоем. Как хотите, пацаны, мое дело было предложить. Не, руки надо реально помыть, как да. Это мы не догадались. Да ладно, пойдемте быстро помоем. Короче, нас берем столько еды, чтобы ничего не заметили. Я письмо солями, огурчики, лимонки. У них все сок. Я все. Хватит. Девочки, давайте быстрее, руки домыли. Давайте быстрее, девочки, бежите. Мама, спокойно. Быстрее, Диана, сюда. Ну, сейчас покушаем. Да. А где огурцы? Артем, ты уже съел огурцы, что ли? Нет, я ничего не ел. Это, наверное, девочки. Да нет, это вон кто украл. Вот эти. Ну что, давайте кушать, а то он сейчас все стащит. Давай. Ну что, девочки, пора да, кушать, давайте. Только девочки, Диана, мне кажется, мы мало украли, потому что там еще есть печенье. Настя, тихо. Все будем делать незаметно. Потом еще. Какая булочка, 100% домашняя. Брысь отсюда, это ты нашу колбасу украл? Ага, и огурцы. Костя, колбасу-то ладно, а огурцы в банке ему-то зачем?
Ну подождите, подождите, у меня такое подозрение, что они у нас продукты сперли. Сейчас посмотрим, что они там едят. Пацаны, давайте прячемся быстрее, давайте. Готов. Девочки, приятного аппетита. Что, вкусно? Мальчики, что вы тут забыли? Это наша территория вообще-то. Проваливайте отсюда. Да, уходите. Да нет, у нас просто продукты пропали, и мы решили узнать, не ваших ли это рук дело. Мальчики, а почему вы решили, что нам нужна ваша еда? Мальчики, вообще-то мы на эти едем. Мы одно ММДМС скушали и все. Идите кушайте свои огурцы с салями, от нас отстаньте. Опа. А откуда вы знали, что у нас огурцы с салями? Так это вы у нас их стырили. А ну признавайтесь, быстро. Жужа, кто тебя за язык тянул? Они сейчас догадаются. Ты вообще нормальная? Короче, девочки, с вами все ясно, вы очень хитрые. Сначала вы с нами поссорились, а мириться не захотели. К пикнику не подготовились, территорию разделили, еще и продукты наши украли. Что? Мальчики, да кому нужна ваша солями с огурцами? Да. Жужа, вообще отойди, я сейчас раздавлю как комара. Девочки, чем это от вас пахнет? Чем-чем? Духами Диор? Фу, так это запах солями с несвежими огурцами. Насмешили, Диором от них пахнет. Хорошо, что они территорию разделили. Вот и сидите тебе на своей половине. Ну идите. Капец, девочки, вот это мы опозорились с вами. Что, от меня реально воняет колбасой? Диана, фу, ты что, с вами больше солями скушала? Одну штуку. Диана, похоже, что не одну, а полпачки. Что же ты вообще молчи? А то пойдешь сейчас мириться с ними, поняла? О, девочки, так это идея. У них там еще печеньки, вафли, круассаны остались. Давайте померимся. Девочки, вы что, слабачки? Решили сдаться перед этими пацанами? Жужа, вообще-то у нас вся ночь еще впереди. Ты что собираешься есть? Два огурца, которые остались? Без почему это ты за еду отвечала? Иди ее не взяла. Поэтому первая пойдешь мириться. Так, ладно, девочки, давайте будем голосовать. Надо помириться с ними. Угу. Я за. Я тоже. Жужа. Ну и я. Миша. Все, отлично, идем мириться. Да, все, идем. Смотрите, что они к нам идут. Куда вы идете? На свою территорию, быстро. Видите, девочка, я вам говорила, не хотят они мириться с нами. Так, Жужа, молчай, сейчас мы с ними разберемся и помиримся с ними. Мальчики, мы как бы помириться хотели. Давайте, мир, дружба, жвачка. Да, Жужа даже вас поцелует. Слышь, Яна, никого целовать не собиралась. Тебе надо, иди целуй. Что, Жужа поцелует? Нет. Тогда Настя поцелует. Диана, слышь, сама целуй. Не буду целовать. Слушайте, хватит уже. Это Жужа, Настя, нас целовать не надо. Мы с вами мириться не будем. Да, и продуктами не поделимся. Ладно, так и быть, мальчики. Хотите, я вас поцелую? Тогда помиримся? Давай, иди, целуй. О, так это другое дело. Все, миримся. Ну что, Диана, давай. Ну что, Диана, готова целовать? Чур, я первый. Да. Ну идите, я сама. Что ты меня толкаешь? Да ладно, Диана, мы пошутили. Мы же друзья. И не такие жадные, как вы. Что, мне? Да, Мир, мы же не такие, как вы. Мы не хотели с вами ссориться, мы же друзья. Так, все, несите палатку, я вам сейчас помогу. Окей, девочки, вы за едой, а ленточку, ленточку.